Всем привет! Вот мы сегодня с Эмилем, у нас отдых без детей, без никого. К нам приехал подписчик, тот же самый. Он сказал не афишировать, поэтому он нас привез в ресторан. Ну, да, ресторан, как да. Называется? Тюльпан. В Симферополе. В Симферополе. Сейчас пойдем кушать, не знаю. Короче, явно мне худой не быть. Ты себе из теста ничего не выбирай. Я шучу, Эмиль, я просто говорю. Пошли, да, пойдем. Вот так здесь территория красивая, засаженная. Елочки, туи. Так, мой люля-кебаб принесли. Ты себе что заказывала? У меня рыбная сковородка, видишь, а с ней себе не изменяет, Эмиль. Да, рыба. Ну, сейчас я... Надо было еще цену запомнить, чтобы как бы вот... А, сказать? Да. Ну, у меня 100 рублей стоит. Да прям 100 рублей. Я не запомнил, даже на цену не посмотрел. Вкусно? Конечно, если я рыбу люблю. Мне вкусно. Тут еще вот бараний антрикот, да, или как правильно называется? Принесли. Да. Короче, мясоеды, один любит мясо, другой рыбу. Ну, очень вкусно. Ты потом доешь? Кого? Антрикот? Да. Нет. Ну, просто что-то... пожуй и обратно дыму. Да. Давай покушай, вот антрикот заставляю, если три куска, короче, она уже съела. Так это ага. Ты говоришь? Я забыл, да, снять этот, как она кушает да, антрикот. Да, все, я съела. И вы вот поняли, не хочется, да, типа, говорю, давай снимем четвертый кусок. Вот так. Все косяки это делают о тени. Давай сделаю. Сейчас прям. Ну, мягкий, зачетный антрикот, барашка. Так просто жирок попался. На кадре будет показаться, как долго режет. Не очень мягкая, да? Мягкая. Я думаю, мясо делаю. У меня вот так ножик поставил, отломал. Ну, вкусное. Вкусное, да. Все в меру. И соль, и специи. Вкусно.